препятствия в изучении чего-либо обнаружить можно. Например, с помощью иллюстраций, истории дружно. Нежелание можно обнаружить в самом себе. Ведь они устаканились, они мешают тебе. Или не натужно, что не является получением, что реально нужно. Донором бывает убийца-рецидивист, в своем роде учитель. Учителем может быть и музыкант, который вредный учитель. Выявление привычек препятствий, анализа часть. Привык отвлекаться на уроки, и это как сласть. Для преодоления всех препятствий нужны не ремень и розги, которые наподобие войны, а специальные хитроумные процедуры разъяснений ученику взаимодействия массы приятных мгновений. Делай то, что приятно, и разъясняй. Полезно, что он к самостоятельности склонен. Направляй в нужное русло, и дом будет построен. Пусть делает то, что ему для пользы нужно, а не то, что хочется, что ему совсем не нужно. Thank you.